Сегодняшний мой небольшой рассказ будет посвящен Далату. Как его только не называют. И город вечной весны, и долина любви, и индокитайская Швейцария. Но само название Далат звучит довольно банально. Река племени Лат. Вот такой простой перевод. Сейчас вы видите главную площадь с колоритным рынком. Именно здесь находится центр Далата. Этот город очень отличается от других приморских городов Вьетнама. И в первую очередь это связано с тем, что он находится на высоте приблизительно 1500 метров над уровнем моря, и климат здесь совершенно иной, нежели в прибрежной зоне. Температура здесь круглый год приблизительно 24-25 градусов в день и 17-18 градусов ночью. То есть типичная температура для европейских стран. В связи с этим, здесь люди массово занимаются сельским хозяйством и выращивают цветы, а также сельскохозяйственные культуры, которые повсеместно растут и у нас. Еще одним довольно приятным моментом этого города есть то, что здесь напрочь отсутствует промышленность. Город живет только за счет туризма и сельского хозяйства. Роль моря в Далате играет изогнутая в форме серпа и окаймленное горами озеро Суань-Хеонг. Это название переводится как «Райское озеро». Если захотите, то неспешным шагом это озеро по периметру можно обойти часа всего за 2-3. Я так и сделал. Была отличная прогулка. По периметру озера находится очень великое множество цветов. Есть небольшие парки и разные ландшафтные лужайки, вот, например, как это. И одним минусом есть только то, что озеро окаймляет, кроме пешеходных тропинок, также и автомобильные дороги. Еще одна достопримечательность – типичный католический собор, который построили французы. Тропический Далат утопает в соснах, но есть одно большое «но». Эти сосны визуально есть, но они абсолютно не пахнут. Если у вас появится желание прогуляться по периметру озера, а я вам это рекомендую, то вы увидите, насколько здесь много разных цветов. Многие из этих цветов нам известны. Это, например, сальвии. Некоторые блогеры в своих видео говорят, что озеро изумрудно-синее. На самом деле оно изумрудно-зеленое. Это только оттенок видеокамеры. По берегу озера раскинулся просто огромных размеров цветочный рынок. И это будет рай для садоводов и ботаников. Потому что такого разнообразия я еще во Вьетнаме нигде не встречал. Вот, к примеру, бамбук, который сплетен в виде ваз. Удивительно, но здесь есть очень много осенних наших цветов. Ну а эти цветы узнали? Да, это бархатцы или чернобрывцы. Ландшафтные дизайнеры постарались. Даже на самом озере сумели разместить огромные клумбы цветов. И это выглядит довольно классно. А если вы устанете от прогулки, не беда, этот электромобиль вам в помощь. А как вы думаете, что это? А это супермаркет Big C. Как видите, движение транспорта в Далате умеренное, и это очень классно при переходе дороги. Мне очень пришлась по нраву эта композиция. Если не знать, что это Далат, запросто можно подумать, что вы где-нибудь в европейской части. Да, внимание, Золушки, принцессы и королевы. Для вас здесь есть персональные кареты.
Сейчас я нахожусь приблизительно по центру озера и хочу показать вам, каких оно размеров. Кстати, вода в озере источает местами довольно неприятный запах. Гуляя по берегу озера, набрел на такую красивую инсталляцию. Как говорится, все простенько, но со вкусом. Многие элементы этого ландшафтного дизайна вполне применимы и у нас. Ну и как же без китайцев? Они вездесущие. Без них почти нигде и никак, к сожалению. А этот парк создан здесь совсем-совсем недавно, всего несколько лет назад. И посмотрите, мне кажется, в Далате вообще живут одни ландшафтные дизайнеры. Ну и молодцы, вот что здесь росло. А так, здесь растут цветы и радуют глаз. Нам бы такие дизайнеры точно не помешали. А вода в этом озере просто небесного цвета. Шутка, конечно же, она на самом деле зеленая. Очень зеленая. Почему выходит через камеру голубая, я не понимаю. Я не оптик, поэтому для меня это загадка. На берегу озера вы также можете посетить и такую достопримечательность, как сады Далата. Я туда не шел, мне не интересно. Но это огромное поле для гольфа. Оно также находится на берегу озера. И у меня получилось запечатлеть один очень смешной момент. Крутая тёлка пришла и начала заниматься гольфом. И что из этого получается? Не позорься лучше. Вы, конечно же, думаете, почему я не пошел посмотреть цветочные сады Далата. Ну а что там смотреть? Смотрите, вокруг озера множество бесплатных парков, и на них растут те же растения, но немножко в другом дизайне. Но смысл платить-то за дизайн? Сейчас я нахожусь на противоположном берегу озера. Волнующий момент. Сейчас вы увидите китайских принцев и принцесс. Окромя китайцев, к сожалению, никто на этих бричках и не катается совсем. И снова парк, и снова ландшафтный дизайн. Вообще, Далат — это такой город, где, наверное, любят собираться любители-садоводы и ботаники. Теперь о моих впечатлениях. Довольно интересно среди тропиков побывать в европейской части Евразии. Это удивительно. Этот город типичный туристический, цены здесь немного завышены, но очень много достопримечательностей, особенно за границами этого города. Так что сюда обязательно стоит наведаться.